мой идеологически незрелый овощ, на твой же разготовительный комбинат нагрянула внеплановая проверка, и возглавляю ее я, твой физрук, политрук! Сегодня мой маленький аннигилятор пироженок, я хочу поговорить с тобой о единстве. Понятно, что идеального единства ты достиг только со своим продавленным диваном. Но сегодняшняя тренировка будет посвящена единству народному, праздник которого мы отмечаем 4 ноября. В своей сегодняшней единонародной тренировке я предлагаю избавиться от всего иностранного в спорте, красоте и здоровье. Let's go! В смысле, поехали! Спортивная разогревающая мазь якобы помогает подготовить тело к нагрузкам. Да пусть этой мазью, прости господи, их трансвестит и мажутся, что ела. А у нас есть наш красный острый перец. Работает намного эффективнее, а стоит в разы дешевле. Хорошенько им натираемся и плавно начинаем делать любое упражнение. О, пошла жара! Оп, аж пот пробило! Ну ничего, вроде отпустило. Зато кардио сделал. Переходим к домашним тренажерам. Гимнастическая палка с эспандером. Как-то не так. Не, точно не так. Да как она работает? Вот как она работает. По-моему, эту идею немцы украли у нас. Ничего не напоминает? Баба коромысла и ведра. Нет! К Меркель такие тренажеры! Зачем нам тренажеры с какими-то резинками? Какая история! Дедушкины подтяжки! С помощью которых ты можешь качать что угодно. Хоть бицепс. Или тридцать. А если затянуть посильнее, то и спину. Дедушкины подтяжки. Простота использования и преемственность поколений. Тренажер «Бабочка» для мышц брюшного пресса. Ну сразу же понятно, что это развод! Еще со времен Памелы Андерсон все знают, что Канада ничего путного не выпускала! Даже я ничего не ощущаю. Где уж ему пробиться через твои жировые баррикады? Смело выбрасываем! Используем наше народное проверенное средство! Вот это я понимаю! Мощь это напряжение! А таким прессом можно алмазы дробить! Плюс заряд бодрости и энергии на целый день тебе гарантирован! И последнее, что нужно заменить народным аналогом, это спортивное питание. Протеин со вкусом банана для набора мышечной массы. Только натуральные молочные белки. Ага, натуральные, рассказывайте. С чем, а с натуралами в Голландии большие проблемы. Так что шлем обратно в Европу этот протеин и меняем его на наш родной вологодский творог. Конечно, творога понадобится чуть больше, чем протеина. Намного больше. Зато каждый рубль, каждая копеечка будет вложена в нашего отечественного производителя. Впервые ты будешь поглощать еду не ради своей толстой задницы, а ради российской экономики. Так что вперед! Глаза боятся, а желудок переваривает!
Ну вот, ничего страшного. Правда, образовалась одна небольшая проблемка. Но как ее решать, я тебя уже научил. Ну что, кабан, надеюсь, общий принцип замещения ты уяснил? Дальше сам. И главное, запомни, что когда каждый жиробас или каждый доходяжка перейдет на наше народное, тогда мы станем по-настоящему едины! Пока мы едины, мы непобедимы! С праздником тебя, толстячок! С вами был физрук Политрук! Тренажер «Бабочка» для мышц брюшного пресса. Ну сразу же понятно, что это развод. Еще со времен Памелы Андерсон все знают, что Канада ничего путного не выпускала. Даже я ничего не ощущаю. Где уж ему пробиться через твои жировые баррикады? Смело выбрасываем. Используем наше народное проверенное средство. Вот это я понимаю! Вот это напряжение! А таким прессом можно алмазы дробить! Плюс заряд бодрости и энергии на целый день тебе гарантирован! И последнее, что нужно заменить народным аналогом, это спортивное питание! Протеин со вкусом банана для набора мышечной массы. Только натуральные молочные белки. Ага, натуральные, рассказывайте. С чем, а с натуралами в Голландии большие проблемы. Так что шлем обратно в Европу этот протеин и меняем его на наш родной вологодский творог. Конечно, творога понадобится чуть больше, чем протеина. Намного больше. Зато каждый рубль, каждая копеечка будет вложена в нашего отечественного производителя. Впервые ты будешь поглощать еду не ради своей толстой задницы, а ради российской экономики. Так что вперед! Глаза боятся, а желудок переваривает. Ну вот, ничего страшного. Правда, образовалась одна небольшая проблемка. Но как ее решать, я тебя уже научил. Ну что, кабан, надеюсь, общий принцип
Замещение ты уяснил? Дальше сам. И главное, запомни, что когда каждый жиробас или каждый доходяшка перейдет на наше народное, тогда мы станем по-настоящему едины! Пока мы едины, мы непобедимы! С праздником тебя, толстячок! С вами был физрук Политрук!